привет! Вот и началась распродажа смартфона BlackBerry V63 2.0 Pro на AliExpress. И именно с 13 по 15 июля вы можете приобрести такой гаджет всего за $199. Ссылочка будет в описании. Ну а в этом видео я хочу показать и рассказать вам, что собой представляет смартфон в целом и почему подобные гаджеты популярнее многих конкурентов. Производитель запостил на своем YouTube канале видео, в котором группа испытателей тестирует данную модель в самых различных ситуациях. Это и погружение в воду, и падение на камень, и погружение в воду после падения на камень. Короче, изощряются китайцы как могут, чтобы расхвалить свой гаджет. Для тех же, кого интересует реальная инфа о данном гаджете и о защищенных смартфонах вообще, хочу немножко обобщить. Защита от ударов у них номинально условная, то есть как повезет. Да, все мы должны понимать, что если смартфон падает экраном вниз на неровный камень, то шансов остаться рабочим у этого же экрана нет, хотя сам смартфон будет работать, это да. Основная фишка таких смартфонов как раз в устойчивости к влаге. Исходя из этого, вы можете, например, весь день пахать на стройке, смартфон будет грязный, в песке, в пыли, а вы после рабочего дня можете просто под краном с проточной водой его вымыть, да хоть с мылом, и все, он будет как новый. Поэтому не питайте иллюзий и не называйте такие смартфоны бронебойными, неубиваемыми. Это маркетинг. Мы же с вами обычные люди и разбить можем все что угодно. А вот, кстати, производитель сравнивает BlackBerry V63 2.0 Pro с камерой за $1200. Но такое сравнение, мягко говоря, неуместно. Ведь понятное дело, что снимать под водой он не будет и при падении разлетится в дребезги. Но думаю, этим видео они просто хотели показать, что использовать защищенный смартфон, в частности BV63 2.0 Pro, намного удобнее, чем таскать с собой все аксессуары и саму камеру. Вообще, на этот смартфон компания возлагает большие надежды. Вон даже у меня это уже третий ролик от данной модели, как бы. Короче, вы поняли, если такое внимание к такому смартфону присутствует, значит, скорее всего, есть вероятность, что аппарат получился у них просто мега удачным. Я на это очень искренне надеюсь, так как за $199 вариант действительно более чем конкурентоспособный. Ну а ссылочка на покупку данной модели в описании. Напоминаю, и пусть вам попадаются только качественные гаджеты. Пока.